Привет, меня зовут Влади. Всем. И скажете, господи, ты уже задолбал со своими играми. То мы играем в Brawl Stars, то мы в Cuphead, а то в Майн. Нет, сейчас не в Майн. Сейчас история. История. Спустя стольких лет. Целых 4 месяца уже. 2 месяца или 3 ждали. Ну, короче, смотрите. История, которая произошла со мной в 2020 году. Или вот когда вышла вот эта игра, как она называется? Том Герои. Ну, вроде как. Типа Том Ран Голд. Вот помните? Ну, только это герой, блин. Смотрите. Ну, короче, выходит. Ну, я, конечно же, не мог пропустить то, что... Я, конечно же, должен слепить что-то. Конечно же, я должен что-то слепить. Ну, я слепил Джинджера, всю вот эту комбашку. Слепил Джинджера. Ну, Джинджера я вынес на улицу, потому что это мой любимый персонаж. Ну и короче, ядрить, колотить, ну, выношу, как его, и приезжает, гуляем за ребятами, и приезжает одна девочка по имени Ангелика, как ее любили называть, Гелик. Ну короче, смотрите. Она приезжает. Ну, думали, ладно, жить будем. Ну или и смотрите, я выношу, она у меня крадет его. Она у меня спросила, пожалуйста, да, подари ему. Я ей сказала рецепт. Рецепт, как же это как-то смешно звучит. Рецепт. Чего? Джинджера. Ладно. Рецепт. Ладно, как сделать этого джинджера? Ну, короче, я ей сказал, а она у меня крадет его в тихоню. И его переделывает. Хотя она мне плакала то, что у нее нет пластилина. Ну, а мне-то что? Что мне? Поплакаться в кофту? Нет. Конечно же нет. Смотрите. Ну, короче. Ну, она его переделывает. И он становится отвратительным на четырех лапах. У него есть сканер. Этот сканер ему вообще ни к чему не нужен. Вообще. Ни разу. Ни разу не нужен был этот сканер. Ну, короче, я его, конечно же, не принимаю. Ну, короче. Следующий день. Я выношу игрушки. Ну, короче, у меня там был фиксик, которого мне подарила сестра. Вот. Кто с зелеными волосами? Верт? Или кто? Господи. Или кто там с зелеными волосами был? Верта Шурик? Или не Верта? Кто? Объясните мне. Я дурак. Я просто не шарю за фиксиков. Ну, короче. Я ее теряю. И, короче, смотрите. Я ее теряю. И знаете что? Знаете что? Что? Она мне его потом возвращает, вы скажете. Ну что, вот он такого добрый поступок делал. Добрый. Ну да. Но только для меня он был недобрый. И потом она жалуется своей маме, типа, я, блин, у нее украл фиксика. Ну, короче, они за мной охоту начали. Это было смешно. Но для меня потом это было совсем не смешно. И, короче, вы сейчас поймете, почему я... Так-то.
Так-то эта история существует. Смотрите. Ну и что? Вы скажете, ну ладно, пожаловалась. Так они за мной охоту начали. И, короче, вы бы знали, что это было. Потом мои друзья начали за меня заступаться, сказали то, что, блин, она у меня его взяла, потом вернула и пожаловалась. Поэтому... Ой, гидричка колотить. Как же я люблю лето. Ну, смотрите. Короче, ну, потом она уезжает. Конечно же, рады. Но потом я вижу ее бабушку. 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 И она говорит, ой, моя внучечка приедет уже скоро. Наконец. И я такой, ну, нафиг. Скажите, ну перепутал. Нет, это была ее бабка. И внучечки, потому что их там два, там маленькие сестричка, которые мама подозревала, то, что это ее игрушка. И, кстати, откуда мать знала то, что это именно игрушка ее ребенка? Что не смотрит за игрушками своего ребенка? Ну ладно, значит, всем удачи, всем пока. Надеюсь, скоро будет такой видос. В таком же типе. Вообще. Я люблю истории рассказывать, но мне мало что рассказывать. Но хотя рассказать, как у меня как я упала на голову.